Хобби длиною в 10 лет. Артем Цуканов увлекся сваркой еще, когда работал на кузнице. В начале своего творческого пути вдохновлялся примерами из интернета. С тех пор в талантливых руках курянина родились сотни замысловатых фигур. Художественная сварка стала поистине любимым делом. Мне надоело делать ворота, делать заборы. И я увидел в интернете там маленькие фигурки такие, человечков из болтов, гаек. Повторил, потом еще раз повторил, потом еще раз 5 повторил. Короче, сделал штук 10, все раздал друзьям, знакомым. И, в принципе, как бы с этого, наверное, началось мое вот это вот увлечение. Начинал Артем с небольших фигурок, а уже сейчас в его гараже стоит 1,5-метровый трансформер. Идея смастерить робота пришла к курянину на одной из выставок в Санкт-Петербурге. И там были все вот эти трансформеры, автоботы, которые стояли. Я такой, блин, я же, наверное, тоже могу. А может, нет, не знаю. Короче, надо было попробовать. Тоже была идея, как раз все горели этими трансформерами, все было везде, эти трансформеры, все эти бамблби. Путь от идеи до воплощения оказался непростым. На эту работу у молодого человека ушло больше 6 лет, но даже сейчас есть над чем трудиться. Артем планирует закончить трансформер уже в ближайшее время. Все свои изделия курянин собирает и варит в гараже. Работать мастер предпочитает без эскиза, детали подбирает сразу. На достигнутых успехах Артем останавливаться не собирается. Будет масштабировать производство. Планирует закупить новое оборудование и продолжить развиваться в любимом деле. Ангелина Яхонтова, Дарья Бартенева и Сергей Грядунов. События дня.